Так. Молоко не все. Как переводится все это прибуло? Фраппе бой. Да никак. Фраппе есть такое мороженое. Шоколадный мальчик. Да не. Так, снова этот вряд ли зря на него иду, как-то у него хорошо получилось в предыдущий раз. А то я знаю, как легенды московского Спартака относятся к таким. Вот что здесь делать, я не пойму. Бить на b6. Нет, можно идти в ту же самую позицию. Давай и... попробуем вот так пойти. О, получить, выглядит как полный бред, но я хочу то же самое получить с конем на d4, а не с конем на e5. Если d4, тогда промежуточный размен, а конь d4, у нас лишний много материала. Тут есть некоторый трюк. Да, и конь d4, и тут, понимаешь, если... Тут будет размен, то есть после размена на А7 забирают. Он должен сейчас пешку А7 держать. И вот тут вот вопрос в том, могу ли я пойти Е4. А почему не конь Е5? Ой, конь Б5. Конь Б5 бессмысленно, 2-0. Но все-таки конь С7. 2-0, давай рокируем сначала, не будем заморачиваться. Он тоже, скорее всего, рокирует, а может быть и нет. Это он сразу вот увел слона, это, может, правильное решение, как бы, по сути, ничего не менять, я должен Е4 проводить. Хотя вот, не исключено, что у него здесь есть полезный промежуточный ход, ладья d8, может быть, я зря это допустил. Да. Может быть, надо было играть Е4 сразу. В чате пишут, что конь b5 был проигнорирован. Ну, я уже сказал, почему. Но зрители в чате немножко не понимают. Ты видишь, они тоже оценили всю тонкость этой идеи. Ну, это плохой знак для тебя, Почему? Зрители в чате, да, чуть-чуть оценили что-то, значит, так играть не надо. Почему? Ну, как-то я вот по своему опыту говорю. Знаешь, у меня такое ощущение, что этим парням, в принципе, не надо идти в эндшпиль. Хотя вот тут он пешку, не знаю, он зевнул пешку или пожертвовал, как ты думаешь? Зевнул. Ну, возьмем. Вообще странно, если ты зевок, то очень странный. Может, он просто хочет на c5 каких-то двух слонов получить, но выглядит... Слонов он не хочет получить. Ну, видимо, тогда он хочет отстоять опять какую-то ничью в позиции, в которой как бы у меня личная пешка, но у него лучшая структура. Но, с другой стороны, слон на g6 выглядит крайне ужасно. Что белых, конечно, лучше. Ну, в первой партии тоже было белых лучше, а выиграли в итоге черные. А мы не можем поймать слона как-нибудь ходом h4 в цейтноте? Ну, цейтнот еще дожить надо. Если h4, то под слон h5 всегда. Нет, мне кажется, надо поаккуратнее действовать. Надо взять тут просто b4 пойти. На b3, да, на b3 зависло. b3 ушло уже с b3, все, что там стояло. Сейчас сами b5 пойдем. Да, видимо, все-таки надо играть f4, слон h5 допускать. Ладью убирать, потом играть e5. Куда ладью убирать, как ты думаешь, лучше? На d2 все-таки просто. Ладно, d2. По черным полям. Ну, давай, не уверен, конечно, я подвилку, возможно, после конь b6, конь c4 я встаю. Может, надо было на c1? Наверное, надо было на c1. Да, немножко не точно. Ладно, e5. Почему не b5? Тоже нападая на пешку, еще надо защищаться. Ты сдал поля просто. Какие поля? Белые. Зато я забрал все черные. Конь на d6, лезет на f6. Вообще сейчас ладья d7, кстати, угроза очень симпатичная. Да, ладья d7 с идеей... Потом трилка на f6. Конь f6, да. Ну, скорее всего, он сейчас какую-то фигуру берет, это все не пройдет. Я думаю, все... О, нет. Он, так, стоп, ладья d7. Он замечательно помог. Подожди, надо проверить. Да, что вот, проверять, да? Ладья d7. Он просто отдал пешку. Как эта идея прошла теперь более красочно. Да, в чистом виде. Понимаешь, если ладья d8, тут у меня будет тяжелый выбор, как ни странно, кого брать, слона или ладью. Потому что пойти, материала больше собирать, если брать слона, но там можно доиграться до того, что ладья активизируется. Да. Так что делать, поэтому? Брать слона. Брать ладью? Брать слона. Идиот. Как теперь держать все вот эти пешки? Ну, против ладьи их было бы еще тяжелее держать. Зато у нас был бы конь. Не, ну почему держать? Надо свои вести, значит, если не получается держать. С
стоп, допустим, на король c7 я симпатично. Блин, я хотел продолжить за ладья f7, симпатично было. Ну давай, ладью заводить просто, не надеяться на лучше. Или флаг снести. Чего выиграть по позиции? Не так просто, кстати. Ну, возьмем тут, пешка помешает. Ой, пешка помешает, наверное. В таком случае. Ладно, сюда. Прицепился чуть-чуть. Та, что тут? Ну, ты отдал пешку. Ну там солнце 6 и Е7. Или Е7 сразу. Нет, Е7 сразу не надо. Солнце 6. Е7. Е8 ферзь. Ну да. Так, и у нас получается лишний слон. Лишний слон, это серьезно. Кто-то у тебя там. У меня стрит рейсинг. Ты разве не знаешь? Стрит рейсинг. Так, ты просто сносишь флаг, я понял. Ну или мне сносят флаг, тоже возможно. Пока, кстати, у него лучше получается. Потому что у меня фигуры липнут. Все. Тут уже будет попроще. Ну да. Победа. Ну по игре результат уж. Следующее.